Итак, сегодня большой футбол. С вами комментаторы Константин Генич и Георгий Черданцев. Да, афишу этой встречи просто замечательные. Будем надеяться, что команды не подкачают и покажут хорошую игру. Вашему вниманию футбол, матч между сборными России и Франции. Конечно, французы сейчас не в ранге чемпионов мира, как в 99-м, когда наша команда провела тот самый памятный матч. Игра обещает быть все равно очень интересной. Тем более против Франции, которую мы в блистательном стиле обыграли в отборе к Евро 2000 года. И пусть на турнир мы тогда в итоге не попали, матч этот запомнился навсегда. Главный арбитр сегодняшнего матча – Людгер Фальк. Первый удар по мячу, и игра началась. Павел Мамаев. Посмотрим за этой атакой. Мяч будет введен из аут. Павел Мамаев. Артем Дзюба. Нет. Свисток арбитра будет штрафной. Карточку почему-то решил не показывать. Какие-то сантиметры, миллиметры буквально отделили команду от гола. Нельзя назвать этот удар совсем уж безнадежным, однако мяч пролетел выше ворот. Чуть выше перекладины мяч прошел, но удар-то получился очень плотный. Левен Кюрзава. Уго Льорис. Если вариантов нет, отдай мяч обратно. Может получиться интересная атака. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Потеря. Нголо Канте. Санья. Это штрафной удар. Судья показывает футболистам, что сегодня лучше правила не нарушать. Только-только началась игра и уже получает команда предупреждение. Ну, определенный допуск рефери обрисовал. Сегодня играем предельно аккуратно, господа. Давайте осторожнее. Эмерик Лапорт. Вратарь спасает своих. Мяч в его руках. Алан Загоев. Артем Дзюба.
Это может быть опасно. Такие передачи всегда таят опасность для соперника. Пас с фланга. Неплохой мог получиться навес, если бы не защита. И это гол. Первый гол в этой игре. И будем надеяться, не последний. Согласись, сейчас здорово под мяч игрок подстроился. Да, мяч пошел на очень неудобной для вратаря высоте, и голкиперу было очень трудно что-либо сделать в этом моменте. Давайте посмотрим еще один повтор, только с другой камеры. Пятнадцать минут понадобилось команде, чтобы распечатать ворота соперника. Курт Зума. Бакари Санья. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Отлично сыграно, надо решать. Артем Дзюба. Перехвачен этот пас и довольно своевременно. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Артем Дзюба. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Ну-ка, ты можешь все! Положение вне игры сигнализирует Ланьсман. Н'Голо Канте. Хороший пас во фланг. Он просто не заметил оппонента. Это может быть опасно. Дзюба. Эмерик Ляпорт. Поль Погба. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Левен Кюрзава. Погба. Тут может что-то получиться. Штрафной удар. Удар по воротам. По каким воротам, Георгий? Тут в дальние дали какие-то мяч полетел. Игорь Смольников. Артем Дзюба. Дзюба. Пока неплохо. Вот это удар! Вступает в игру вратарь, все под контролем. Юрист на месте, ворота спасены, и особых усилий прикладывать ему не пришлось. Легенький такой мяч. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Раньше это называлось корнер, но теперь мы говорим угловой. Ударище просто. Нет, так его не пробить. В руку мяч попадает. Пытается оспорить там решение арбитра, но он был рядом и все прекрасно видел. Прекрасно сыграно. Мяч перехвачен.
Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Ничего хорошего в итоге из этой атаки не получилось. Они просто потеряли мяч. Нарушение, безусловно, было. И что решит арбитр? И арбитр показывает желтую карточку. Ну, смотрите сами, это штрафной, железный штрафной. Здесь, по-моему, все однозначно. Явная игра в ногу, а не в мяч. В футболе такое всегда карается штрафной. Отличный отбор, но кому-то останется мяч. Посмотрим за этой атакой. Здесь защита справляется, мяч отобран. Олег Шат. Еще 4 минуты проведут команды на поле. Это может быть опасно. Блес Матюиди. Гол! Счет равный. Пример подает своим товарищам капитан и забивает вот такой красивый гол. Да, ну не зря у него все-таки повязка на рукаве, он настоящий лидер и сыграл здесь великолепно. Снова равенство на табло 1-1. Нголо Канте. На перерыв уходят команды, пока 1-1. Замена. Уходит игрок с желтой карточкой. Правильное решение тренера. Команда готова. Тренерские установки получены. Можно начинать. Атака остановлена. Но кто получит мяч? Федор Смолов. Это может быть опасная атака. Смолов. Какой перехват! Восторг! Мяч будет введен из аута. Мамаев. Вратарь без проблем справился с ударом. Игорь Акинфеев. Березуцкий. Шатов. Щенник. Дзюба. Щенник. На пару решили разыграть эту комбинацию. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Удар! Опасно! Нголо Канте. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Замену готовит тренер гостей. Да, это должно освежить игру, ну хотя бы немножко. Он бьет. И голкипер вступает в игру. Можно выдыхать. Судья показывает, что будет угловой. Андрей Семенов. Последние полчаса игры. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Мяч ушел вам. Матюиди. Такими действиями игру не обострить. Это может быть опасно. Надо постараться доставить мяч в штрафную. Ситуация к этому располагает.
Снова придется вводить мяч из-за боковой. Димитрий Пайе. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Шатов. Может получиться интересная атака. Георгий Щенник. Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Вот хорошая возможность выйти вперед. Угловой удар. Федор Смолов. Какой момент. Счет вполне мог измениться, а так по-прежнему ничья. Антони Марсиаль. Тренер гостей готовит замену, по всей видимости. Игрок стоит уже у кромки поля, и сейчас арбитр даст отмашку, и футболист появится на поле. Пересек мяч боковую линию. Матч остановлен, и сейчас произойдет замена. Отлично сыграно, надо решать. Гризман! На месте голкипер, все в порядке. Игра остановлена, будет угловой. И вот процент владения мячом нам показан. Практически идентичные показатели у команд. Бен Арфа. Федор Смолов. Федор Смолов. Георгий Щенник. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Ничего хорошего в итоге из этой атаки не получилось. Они просто потеряли мяч. Посмотрим за этой атакой. Он уходит от защитника. Перспективная фланговая атака намечалась, но защитник прервал ее. Артем Дзюба. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Замену проводит тренер гостей. Посмотрим, кто покинет поле. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Это может быть опасно. Там есть кому сделать передачу. Еще достаточно игрового времени. 10 минут. Не стал давать свисток арбитр. Арбитр останавливает игру и... Вполне карточку может показать за такое нарушение. Денис Глушаков. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Бей и выводи команду вперед! Угловой. Это очень важный момент. Возможно, больше такого шанса не будет. Не идет игра у Гризмана, такое бывает, но ему от этого вряд ли легче. Иногда кажется, что на поле не игрок, а его тень. Ходит пешком, выбирает неверные позиции, все время попадает в офсайд. И вот карта касания мяча наглядно иллюстрирует. Отличный удар! Антуан Гризман. Погба. Бен Арфа. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Защита справляется. Ничья была бы закономерным исходом этого равного матча, но все еще может измениться. Поль Погба! Вот это был отличный шанс, чтобы вырваться вперед. 3 минуты добавлено к основному времени. Пол команды обыграл. Ничего себе. Олег Шатов.
Проверка вратаря. Он на месте, никуда не ушел. Судья показывает на угол поля. Мяч летит в сторону ворот. Матч окончен. Ничья. 1-1. Если честно, я не всегда согласен с правилами. Но вот как так-то? Одни всю игру потеют, штурмуют ворота, пытаются забить. Другие отсиживаются в обороне. И в итоге ничья. Ну вот что поделать? В спорте все решают моменты. Константин, как тебе блеск Матюиди сегодня? Да, очень здорово выступил сегодня этот парень, и его гол помог свести матч к ничейному результату.